19 января в Сергиевске состоялось торжественное вручение долгожданных сертификатов жителям района, участвующим под программе «Молодой семье. Доступное жилье». Это молодые семьи, имеющие статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таких получателей, начиная с 2016 года и по сей день, в районе было 44 семьи. А новый 2021 принес хорошие новости сразу 10 семьям наших земляков, 7 из которых многодетные. Эти сертификаты позволят вам либо улучшить жилищные условия, приобрести что-то новое, либо, если вы уже живете, рассчитаться своими финансовыми трудностями. Ну и для многих, я думаю, что этот сертификат позволит увеличить состав своей семьи новыми гражданами Сергиевского района. Поздравляю вас! Общая сумма этих выплат от государства в 2021 году на территории Сергиевского района составила более 10 миллионов рублей. Эти средства пришли из всех уровней бюджета. Семерым семьям из присутствовавших на вручении еще только предстоит подыскать себе новое жилье большей площади, чем имеющиеся, а 3 молодые семьи направят средства этой соцвыплаты на погашение суммы основного долга по ипотеке. Среди них семья Петиных из Суходола. Меня зовут Петин Иван Сергеевич. Моя младшая дочь Петина Ксюша, старшая дочка Петина Валерия и супруга моя Петина Наташа. Встали на очередь мы в 2012 году. Мы ожидали эту выплату. Она нам очень поможет, будет намного легче. Потому что платить ежемесячно как бы тяжеловато уже становится. Дети растут, проблем больше становится. Эта семья Ивана и Натальи, воспитывающие двух замечательных дочерей, получила субсидию в размере более 800 тысяч рублей. И теперь, когда выплаты по их ипотеке станут полегче, у них уже есть задумка продолжить ремонт, в частности, на кухне. Кухня, потому что она немножечко страшненькая, грязненькая, пыльная и... И старенькая она просто. Да. В общем, обновлять все. Планов много, возможности теперь есть. Екатерина Лестянская, Денис Ветрюк для информационной службы телекомпании «Радуга-3».